Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Приветик всем. Так, опережая ваши вопросы, что с настроением, что такая грустная и так далее. Так, друзья, я, как сказать, не грустная. У нас дома затеялся продолжение ремонта, и мы решили обновить мебель, все дела. И я, придурок, вчера взяла, договорилась с грузчиками, которые вывозят старую мебель. То, что они в понедельник приедут эту мебель забрать, раскрутят ее, разбомбят и вынесут. Так я же, дура, взяла себе... Я нетерпеливая очень сильно. Взяла и эти диваны начала бомбить сама. Два больших дивана, которые я сама с собой разбомбила и надорвала себе полностью все тело. Утром проснулась, голова раскалывается, тошнит. Шевелиться не могу, спина болит, блядь, все болит. Да, Шулик, привет, ты мне так ничего не написала, да? Или написала? Короче, я в WhatsApp никому не отвечаю, вообще нет сил ни на что. И, короче, вот завтра приедут забирать все эти мебели, а я уже все раздолбала, блядь, теперь ходить не могу. А днем мы с мамой поехали по торговым центрам выбирать там мебель, короче, и... Еле-еле вернулась домой, короче говоря. И вот сейчас лежу и еле-еле держу телефон. Думаю, ладно, выйду ненадолго в прямой эфир, потому что я не выхожу на связь в Инстаграме сейчас. Не до этого. Побуду с вами. Надо себя поберечь. Я такой придурок, который любит все делать быстро и сама. Я очень нетерпеливая. Вот, поэтому решила сама сделать, и, блядь, теперь понимаю, как важно, чтобы рядом был настоящий мужчина, который возьмет и все это сделает. Но я же, блядь, дурочка, договорилась же на завтра, что приедут все сделать. Мне же надо было самой взять, блядь, это все сделать и себе все тело надорвать. Так, алкоголь я по-прежнему не пью. Сегодня ровно 3 недели, как я не пью алкоголь. Чувствую себя хорошо, но я очень хочу побухать. Но надеюсь, что через некоторое время я залью сливешник свой с хорошей компанией, но не сейчас. Познакомилась с парнем, иду сегодня на свидание, дай совет, тебе всего самого доброго, девочки. Но я ж не знаю, что это за парень, куда вы идете на свидание, в чем именно совет. Я уже забыла, что такое настоящее свидание. Все будет хорошо. Ханни, привет, мой хороший. Надо бухнуть разок. Не, нельзя мне. Мне сейчас нельзя, грубо говоря. Если я бухну, меня может не стать. Любишь шашлык? Ой, блядь, нос чешется. Все, вы видите? Я лучше не курну. Ой, не бухну, а курну. В такие моменты не хватает мужской помощи. Вообще мужчин не хватает, друзья мои. Не хватает мужчин. Римуль, привет. Великолепно выглядишь. Можно ли тебе написать, спросить совет? Есть ли смысл писать? Ты занятой человек. Конечно, пишите мне в директ. Я всем нормальным людям отвечаю. Привет, Рима, в Киеве находишься? Да, я в Киеве, Джамал. А что? Выложила на Авито диваны. Даром у тебя вот так бесплатно вывезли, разобрали. Нет, эти диваны... их нужно, блядь, разобрать, блядь. Потому что они не входили в проем, блядь. Я хотела их реально вынести. Ой, ну там столько мороки было. В итоге я начала их сама раскручивать. И, блядь, нахуй начала все ломать. Все попереломала, короче. И спину сорвалась. Короче, кошмар. Бику, привет. Чуечка. Давайте всяких пидоров будем блокировать. Я, кстати, заметила, когда пытаешься заблокировать человека, он не блокируется, а просто скрыть от него эфир. А как сделать так, чтобы заблокировать? Раньше можно было, теперь нельзя. Надо беречь себя и свое здоровье. Если принять горячую ванну с пеной, что боль в мышцах... Ой, да, Шулик, я поняла. Если что, так и сделаю, если завтра не попустит.
Я тебя обожаю, такая классная, будь счастлива. Рима, ты вернешься так же, не так. Ломать, не строить. Ну, у меня когда что-то не получается, я начинаю нервничать. Эти диваны бедные вчера, блядь, летали по всему, блядь, этажу. Когда прямой эфир с паном, никогда. Ты красотка, огромное тебе счастье, крепкое здоровье. Тебе и твоим близко. Спасибо. Москва, привет. Как там Хани? Хани, вон на связи. Пишите ему. Когда в Москве будешь? Хочу увидеться с тобой, если не против. А почему я должна быть в Москве, чтобы вы меня увидели? Приезжайте сюда и увидите меня. Организуйте красивое свидание, встречу. Почему бабы должны приезжать сами для того, чтобы вы это все, блин, получили? А не хотите ли сами напрячься и красивенько все сделать? А то все любите попиздеть, а по делу никто ничего не делает. Как-то мне все, блядь, дороги. Сколько мужиков, которые много пиздят и нихуя не делают. Побыть бы с тобой в одной компании, наверное, было бы весело. Ты крутая. Смотря где и смотря в какой обстановочке. Рима, ты не пропадешь, береги себя, не таскай больше тяжести. Спасибо, что сама могу хотя бы что-то делать. Все, Джамалу перепало. О, Олечка, ты давай отдыхай. Джамал сам виноват. Это на его примере показываю, как нужно общаться с женщиной. Мне не пускают туда. Ну и все, не пускают, и ищите женщину на своей территории. Кстати, ты не Аврора, ты Афродит. Молодец, прям линейно, сразу в лоб. А у меня вчера батареи прорвало, я бегло решал вопрос, потом на работу, учебу, и кажется, яички начали пробиваться. Яички? То есть мужиком начало становиться? Казахстан, привет. Я смотрю, нам весами везет на мужиков. И два Алматы, есть много поклонников, тебя поддерживают, и пышки, я тебя Алматы обожаю. Где мужики и поступки? Во-во-во. Не поступки, а мужиков нету. Измельчал мужской народ. Измельчал. Поэтому, бабы, у кого нормальные мужики, радуйтесь и благодарите Вселенную за них. Потрясающе красивая девушка, очень сексуальная. Спасибо большое. Привет, Мака, красотка, такая классная, да. Скоро член отрастет, нехилый. Я вот думаю, может, мне сменить пол. Я буду классным мужиком. Хотя я не смогу ебать женщин. Ты из тех, кто никогда не выйдет, вынесет мусор из макияжа или пофиг. Я могу и без макияжа выйти куда угодно. Просто я выходила с мамой в магазин, я люблю красиво выглядеть. А когда я спешу, могу и не краситься. Я и не накрашенная страшная. Рима, давай с паном пусть диваны носят вместе с тебя. Не надо нам пан ваш. Где на Новый год будешь? Там, где хотела быть, уже не буду, блядь. У меня планы меняются со скоростью света, блядь. Ты что, диван новый купила? Пока еще нет, только поломала и выбросила. Завтра привезут, отвезут на мусорку, а покупаю новый в ближайшие дни. Какое же у вас идеальное лицо? Да это вам кажется, это фильтр. Какое идеальное? У меня тоже все, что есть и у вас тут, то и у меня. Тебе нравится материться? Ну, как видите. Оливье, будешь есть на Новый год? Ну, как обычно, традиционно, но не факт. Я не люблю так, что прям оливье. Я больше люблю рыбный салат. Где бокал вина? Я не пью. Уже сегодня 3 недели, как не пью. Аж 3 недели. Классно выглядишь, спасибо. Вот что значит не пить 3 недели. Сразу другой человек, да? Добрый вечер. Красиво материться тоже надо уметь. Я обожаю русский и украинский язык за то, что на этих языках можно красиво поматюкаться. Самый лучший русский язык, на котором можно донести информацию с помощью мата. Пенза, здравствуйте. Мат – связка слов, куда без нее. Да, обожаю маты.
точнее русский язык за то, что есть матюки в нем. Знойное это, когда закончится 21 день воздержания. 21 день? А, кстати, подождите, вот 3 недели прошло. 3 недели, 3, 3 на 7, 21. О, кстати, да, сегодня 21 день. Скажи на українському. Я володію українською мовою, але не досконало. Тому розмовляю на російській мові. Тому що усі мене будуть розуміти. Проверка на силу волі. Мат плохо, молитва к дьяволу. Нет, иногда мат – это выброс негативной энергии. Или возможность донести информацию, блядь, по-нормальному. Быстро. Во. А, 38. Боже мой, что за хуйню пишут? Что за долбоёб? Приедешь в гости. Да, уже лечу и волосы назад. Вы кто и что? У вас гарні свои вії. Да, це свои вії. Нижние длиннее, чем верхние. Римочка, привет. Какая-то красотка сегодня. Откуда такая красотка? Мероприятие? Не, друзья мои, это кажется, что красотка. Это красивое шелковое белье. Красивый фильтр. Надорванная Римуальда. Омску привет. Знаешь, я заметила, что ты всегда разная. Хамелеон ты наш. А, я да, я очень не разная, я многогранна. Сейчас муж футбол смотрит, мат стоит, сука. Я это я. Я вас поздравляю, Антон, блядь, то, что вы я. Виктория нахуй пошла. Ого, друзья мои, тихо, давайте не матюкаемся, только я иногда могу матюкаться. То смотришь «Танцы с звездами»? Нет, мне не интересно. Приезжай к нам в баньку. У твоей прелестной мамы шикарнейшая дочь. Спасибо, мой хороший. Ильясик, я тебе отвечу как-нибудь в WhatsApp или где-то там в Телеграме написал. Честно, я практически никому ничего не пишу, у меня сейчас вообще не до этого. Римочка, привет, я потеряла. Хорошо, что сделала прямой эфир. Как дела у тебя? Нормалек. Жизнь, держись. Увидите в следующем выпуске. Так, как ты относишься к политической обстановке? Так, пошла ты нахуй. Боже мой, друзья мои, что столько негатива? Давайте мы негатив будем при себе оставлять. Так. Какая твоя любимая передача? Не знаю. Губы свои? Нет, у Аллы Пугачёвой одолжила поносить. Где пропото? Дорогие мои подписчики, на некоторые вопросы я специально не отвечаю, потому что я не хочу отвечать на них, хорошо? Кстати, сегодня День матери. Я желаю, чтобы все мамочки наши были здоровы и счастливы. И чтобы у них были замечательные дети, которые их только радуют и заставляют быть счастливыми. Какой район? Харьковский. Крымска, привет. Это что за город такой? Крымск? Или Крым? Когда отдыхать полетишь? Как только, так сразу, друзья мои. Вы же знаете, когда есть возможность, можно сразу все будет делать. Мого человека днюха сегодня. Я вас вітаю с днем народження вашего человека. Ты перестала есть сырую рыбу? Нет, не перестала. Я еще хочу много. Ты мамочку как-то поздравила, поцеловала и хватит. Конечно, поздравила. Алла Пугачёва, твоя родственница? Да, вместе на одном поле срали.
Вы при маме материтесь? Иногда матюкаюсь, но по делу. Но стараюсь не матюкаться. План Б нет, не смотрю. Бурса досана, дейсикамся, кипикедак. Друзья мои, ну что вы, блядь, пишете? Алексею, привет, сырую рыбу любишь есть? Очень люблю сырую рыбу есть. Рима, опиши Риму, то есть себя 10 лет назад. Я не помню себя 10 лет назад. Ты была замужем? Официально или неофициально? Ты такая грубая, Рима, фу. Ну, грубая, идите нахуй отсюда, пожалуйста. На 101 километр с потрохами своими вонючими. Вот не нравится что-то, пиздуйте нахуй, блядь. Ну вот сколько раз говорить. Друзья мои, если вам что-то, сука, не нравится, идите нахуй. Привет из Луцка, дуже рада вас бачить. Счастья вам и хорошего настроя. Дуже дякую, Риночка, дуже дякую. В Тае много рыбы. Я знаю, я была в Таиланде. Рима, опиши себя в трех словах. Ты в соевую рыбу макаешь? Не всегда. Не боишься подцепить глистов, поедая сырую рыбу? Походу, я поедаю глистов, а не они меня, блядь. Как мне папа говорил, Дотя, твой организм, блядь, и гвозди переваривает. Тебе бы стать моделью веб-камеры. Нахрена? Я и так модель, не веб-камеры. Как всегда, красотка, спасибо. А где Новый год будешь отмечать? Очень хотела на море с любимым человеком, но все отменилось и то, и то. А жизнь такая непредсказуемая. Судя по картам Таро, вот заходишь на YouTube, да, очень куча разных вот этих тарологов. И, сука, у каждой, блядь, свой картовый разброс, блядь. Одна одно говорит, другая другое говорит, третья третье говорит. Кому верить? И как верить в эту всю науку? Скажите мне, пожалуйста. Вот как? Действительно, заебали, профукали, так, пиздуйте нахуй, получайте кредит. Так. БРСка моя, привет, моя девочка. Натуля, как там твое здоровье? Я вчера, блядь, решила поменять мебель в комнате, блин, и разобрала два дивана, блядь, и, короче, сорвала себе все тело, нахуй. Лежу, блядь, без сил. С мамой съездили в эпицентр, блин, и я вернулась не кокейшн вообще. Так вот, эти тарологи, да, у всех разная информация, как им верить. Я заметила, когда мне кто-то гадает, у меня почему-то все наоборот получается. Поэтому я иногда тупо со Стёбом, блядь, слушаю гадание мне какое-то, да, и я понимаю, что все будет наоборот. Все они пиздят, тарологи, ага, вам подобается Швейцария, я там никогда не была и не хочу. Береги себя, ты у себя одна, обожаю тебя, твои эфиры. Спасибо, девочки, вы тоже себя берегите, пусть у вас всех будет все хорошо. Благодарю, тебе купила карандаш фирмы Елена. Не классные. Да, да, девочки, только именно карандаши, гель-карандаши. Прямо умняшка, да. Еще и половину шкафа разобрала, блядь, вот этого, знаешь, которые совдепские, тяжелые вот эти. Короче, антресоль сняла и... Тарологи это пиздуны, деньги не пахнут. Ага, я сейчас тарологам не верю. Вот именно, что я смотрю, вот... Все что-то разное говорят. Вот даже ради эксперимента посмотрела много разных тарологов, на которых подписано много людей. Ну вот тупо у всех все разное. Это мне пишут разные эти гадалки. Рима, вы делаете рекламу? Я говорю, я вашу хуйню, блядь, не верю. И, естественно, я это рекламировать не буду, блядь. Про Форт Боярд пошла бы участвовать? Нет. Где найти нормального мужика, девушки за 30? Их нет уже больше просто. Так что живите, радуйтесь жизни сами для себя. Рыба самая любимая национальная кухня. Не знаю. Я люблю сырое мясо. Маги, гадалки есть хорошие, но это редкость. Да, редкость есть, но очень-очень мало. Рима, с Надей общаетесь? Да, с Надей общаемся периодически, конечно. Только вчера мне писала. Тебе надо грузчиком работать. Но вот вчера поработала на шарика. Сама себе, блядь, заработала, блядь. Вон, сорвала спину.
Гадалки ходила когда-нибудь? Конечно, ходила, блядь, хуета это все. У вас с них е? Не, не мощи. Может, и там, где надо, мужиков ищите. Нахуй их искать, блядь. Они должны сами быть, блядь, везде, на каждом шагу. Настоящие мужчины. Как раньше было в наше время. Не в наше время, а до нашей эры. Вот-вот, 20 экстрасенсов ведет, это же... Ну, что, не знаешь, что экстрасенс это все, блядь, шоу. Ну, ё-моё, друзья мои. Неужели нет шансов построить личную жизнь, когда немного за 30? Нормальные мужики есть. Они ходят на могилы высших своих. О, Господи, Боже. Смотрю битву экстрасенсов. Как ты думаешь? Я уже сказала. Не ругайся. Дай Бог тебе до Нового года встретить хорошего человека. Там у меня есть эти хорошие человеки. Просто я их не люблю. Понимаете? Я бывшего своего до сих пор люблю. И это очень тяжело, чтобы кто-то перевернул мое, блядь, осознание и в голове все. Шансы на личную жизнь всегда есть. Как называется блюдо, то из сырого мяса? Карпаччо. Сколько так? Тартар это сыро нарезанное. Или тартар, или карпаччо, что такое? У меня есть... Один, а вот никак не могу найти ему нормальную девушку. Смешно. Ой. Для кого-то нормально, это ненормально, и наоборот. Поэтому люди должны встретиться, пообщаться, и оно, или не оно. Знаете, вот как говорится. Нам кажется, что это классный человек, а другому показывают, что это долбоёб. Ну. Привет тебе из Братска. Вам тоже. Я думаю, у меня только нет нормальных мужиков. Рима, привет, давно эфир. Минут 30. Вот сейчас бывший себе плюсик-плюсик поставил. А он не смотрит эти эфиры, он вообще не смотрит. Ребята, посоветуйте хорошую, опытную гадалку на Сибирске. Блять, нехуй к ним ходить. Как тебе погода в Киеве? Ненавижу такую погоду. Карпаччо это суп холодный из помидоров. Здрасте. То гаспаччо. А карпаччо это рыба сырая. Раз любишь, может стоит тогда побывать. Нет, не стоит. Это уже конец. Это ты с бывшим ездила к кому-то за город, там же... Сука, блядь, выбирайте фразы, блядь. Выбирайте, сука, фразы, когда пишете людям, блядь. Сколько раз говорила, блядь. То, что вы пишете, это не значит, что вам никто по ебальнику не даст хоть как-нибудь, блядь. Думайте, что пишете людям, блядь. Вы заебали, блядь. Контролируйте свою речь, блядь. Так, давайте блокируем долбоёбов. Так, про бывшего не общаемся, потому что там все очень сложно, и не доводите меня до слез, пожалуйста. Бородина против Бузова, не помню. Как думаешь, в интернете можно серьезно познакомиться? Да, я, кстати, со своим бывшим в интернете познакомилась на ебаном сайте, блядь, Мамба. И вот так 5 лет прошло. Какой фаворит духов? Ну, у меня 3 вида духов на первом месте. Это Lacoste Classic, Versace розовый и Eclat Lanvin. Если бы была актриса, какую роль из «Секса в большом городе» хотела бы сыграть? Ну, конечно же, Саманта. Это моя любимица. Вы что? Я, конечно, не настолько подорванная в сексуальном плане, как она, но она мне очень импонирует. Версачо у меня тоже люблю. Так, твой бывший был женат или свободный? Свободный. Да, можно я познакомилась, и завтра доченьке 5 лет. Да, можно я познакомилась, и завтра доченьке 5 лет. Я вас поздравляю. Знаете, есть такое... Давайте заблокируем долбоёбш некоторых. Есть такая пословица. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому я верю в судьбу, что все предначертано. Никогда не знаешь, что с тобой случится через минуту. Да? Вот сейчас вышло вынести мусор. Да, будет проходить мимо человека. И вдруг это просто вот случайно он туда забрел. И это твоя судьба. Было шелковое постельное белье, вообще не смогла спать на нем. Ой, вы что, если оно настоящее, вот хорошее, настоящее, вот такая вещь на зиму. Тепло, комфортно, и всегда можешь быстренько повернуться и легенько.
Ты бы в откровенном фильме снялась? Нет. Ого, на Мамбе и 5 лет встречались, это прям исключение из правил, да? Римка, ты бомба, давай на проект. Во, они все там так. Римка, я бы хотела, чтобы вы помирились, но все же может быть. Нет, друзья мои, все. Давайте эту тему не обсуждать, потому что я буду плакать, не надо. У меня подруге 36 лет, Машуля познакомила, я на Баду вышла замуж, сейчас беременна, так что все возможно. Я вас поздравляю и счастья желаю. Как у тебя такое было с маками черная, ну, точь-точь. Из тугого шелкопряда. Так, неужели ты еще веришь в судьбу после стольких неудач? А чего вы взяли, что у меня их много неудач? И... Кто будет сейчас, блядь, подъебывать, писать всякую хуйню, я еще раз говорю, буду блокировать, блядь. Пономарева, Ирочка, Мариночка, спасибо. Хорошо, больше не буду, извини. Ну вот какая разница, сколько мне лет? Ну вот зачем вы спрашиваете это? Вот зачем вам это знать? А в отчаянных домохозяйках какую роль? Вот в домохозяйках я не знаю. Мне нравится каждая из них, вот каждая. И на каждую я могла бы наложить свою, на себя каждую могла бы наложить. Но мне всегда говорили, что я Габриэль. Мне всегда нравилась семья Линет, как у них отношения с Томом, да, моя любимая семейная пара. Мне нравится Бри за то, что она утонченная, красивая, всегда шикарная, желанная женщина. Габриэль это вообще секси Мекси, блядь, самая веселая, энергичная девочка. А вот как ее там это четвертая, блядь, как ее звали, я забыла. Ну вы поняли, да? Вот это, скорее всего, вообще не моя тема. Бля, как ее звали? Забыла имя. Сьюзен, да, Сьюзен. Вот. Вот Сьюзен вообще, вот дурочка дурочкой. Ну, тоже такая своеобразная. Готовить любила. Сейчас уже не люблю готовить. Я люблю готовить для кого-то. Я живу с мамой, у меня мамуля все готовит для меня. Для того, чтобы я готовила, мне нужно вдохновение. Мое вдохновение – это любовь. Любила я мужчин и для них готовила. А так, в принципе, я не обжора, и много еды мне не надо. Мамуля что-то приготовила, я поела и побежала. Черный шоколад – нет, не люблю вообще. Я не сладкоежка, я больше по рыбке, по мясу, по сосисочкам, по колбасочкам, по хамончику, по бастурмешечке, по сырому мяску. С Владом Кадонем, да, нормально общались, когда последний раз виделись. За кадром нормально общаемся, как только выхожу в студию, начинает меня валить. Домохозяйки, да, классный сериал. Мои знакомые 52, и она беременна, поэтому, возможно, все. О, молодец. А ты смотрела сериал «Элен и ребята»? Конечно, вы что, это же детство наше. Сваты идут, да, сваты идут у меня. Ты считаешь, можно любить несколько раз в жизни? Конечно, можно, друзья мои. Кто-то любит один раз в жизни, кто-то, блядь, 20 раз в жизни. В моей жизни было несколько серьезных отношений, каждого из них я любила по-своему. Но мне кажется, что самые серьезные отношения мои, это вот последние были, в которых я реально была готова и к свадьбе, и к детям. Если любишь человека, секс шикарный, но проблема в понимании. Что думаешь по этому поводу? Стоит быть с ним? Ой, девочки, это сложный тоже вопрос. Ой, это если сейчас начну рассуждать, это очень надолго. Поэтому давайте пока не будем на эту тему. Познакомилась в 12-м в интернете. В 14-м родилась доченька. Завтра первый юбилей. Папу зовут Адама, дочку Ева, просто шикардоса. Причем он младше, на 8 лет меня родила в 39. О, я вас поздравляю. Мои наилучшие пожелания вашей замечательной семье. Римочка, я просто хочу сказать, что под лежачий камень вода не течет. У меня подруга сопротивлялась, орала на меня, что я дура, что-то по интернету знакомлюсь. По итогу моя любимая подружка вышла замуж 36 лет.
Друзья мои, я знаю про лежачий камень, вы не переживайте. Но главное, чтобы этот камень хотел, блядь, не быть лежачим, понимаете? И бывают такие моменты, когда на душе больно, и тебе невозможно к себе никого подпустить. А секс ради секса и ходить, и, блядь, общаться с новыми человеками, нет энергии, нет желания, не хочется, понимаете? Не хочется. У мене було два знайомих по інтернеті. Ну так я воно, коли на сайті знайомств є, то у мене куча, блядь, этих мужиков. Ну, у мене ніхто не цепляє. Чому? Тому що у мене в серці другой чоловік, понимаете? Все мужики становятся одноразовыми. Они меня заебали одноразово. Я хочу такого, что моё. А моё, оно до сих пор ещё не вышло отсюда. Понимаете? Для того, чтобы было что-то новое, нужно со старым покончить. А старое не выходит отсюда, потому что это любовь. А бывает, когда не больно, просто не хочется отношений мужиков. Да всё бывает в нашей жизни. Иногда такие бывают, блядь, ситуации в жизни, на голову не налазят. Я не верю в знакомства по интернету, сейчас одни мошенники. Не, есть хорошие, но очень-очень мало. Прежде чем полюбить, еще надо разлюбить сначала. Вот-вот. Твое от тебя не уйдет при любом раскладе, значит, это не твое было. Нет, у кого-то, знаете, наша, блядь, всю жизнь рядом с нами, у кого-то полгода, у кого-то... Ой, моя... Жопа. Фу, блядь, болит все. У всех все индивидуально. И ни на что нет панацеи. Замуж выходить, детей рожать, какая кому разница? Да, было бы за кого выходить замуж и от кого рожать детей. Если бы были бы замужними, блядь, и с детьми. А так, блин, говорить проще всего. Старайся гнать от себя эту любовь, иначе не сможешь построить новые отношения. Что вы говорите, девочки? А я типа не знаю, да? Голова соображает, а сердца нет, понимаете? А я живу сердцем. И покажите мне хоть одного человека, который, блядь, думает головой, а не сердцем, когда влюблен. Хоть одного, покажите мне. У него появилась другая... Не знаю. Насколько знаю, нет. Но, насколько я знаю, я стараюсь ничего не узнавать про него. Мне будет больно. С каждым взглядом глаза красивее. Возможно, вернуть то, что было. Нет. Я много раз возвращала. И я понимаю, что это ни к чему хорошему не приводит, блядь. Новости переключаем, не будем расстраиваться еще больше, да? Как только забываешь о бывшем, и все налаживается, вуаля, привет, как дела, от него приходит... Ну, очень часто, когда любовь не проходит сама, появляется мужчина, который полностью переворачивает твою жизнь, да, и все начинает опять становиться ярким, красивым, красочным. Но, к сожалению, таких мужчин, если появляется, то ненадолго. И одни разочарования, блядь. Очень чаклуна. А, очень. Чудова симка. О! И тут сваты идут. Вот. Вы знаете, в каждом человеке, я считаю, что есть раздвоение личности. Да, во мне есть хорошая Рима и плохая Рима. Плохая Рима, блядь, кричит о том, что нахуй мне кто надо, не хочу никого, блядь, больше к себе подпускать, живу для себя, и больше никто не нужен, кроме себя и саморазвития. А та хорошая маленькая девочка Рима очень-очень сильно хочет на ручки, чтобы ее обнимали, тёмали, обнимали. И хочет быть маленькой-маленькой девочкой рядом с настоящим мужчиной. А его все нету и нету, нету и нету. А та злая начинает кричать, блядь, на нее. И маленькая девочка пропадает. У меня даже постельное стало черным. Ненавижу черный цвет, но даже постельным еще шелковая черная.
раздвоение личности. Не слышали? В Китае провели эксперимент, что раковая опухоль тянется к золоту, поэтому я перешла на серебро. Боже, что за бред, девочки? Ну что за бред? Будет скоро у тебя все. Да я же говорю, я фаталист. Чему суждено быть, тому и быть. Просто больно больше всего переживается любовь, страдания любовные. Он появится, но нужно просто подождать. Обними маленькую девочку. Оля, этой маленькой девочке пиздюлей надавала большая девочка. Она давала таких пиздюлей, что она уже там в уголочке сидит и боится всех. Очень хочет, чтобы пришел тот дядя, который ее возьмет и на ручки посадит. А дяди все нету и нету. И большая Римка злая, она это сейчас руководит всем парадом. Про пана не общаемся. Всему свое время. Я смотрела тебя в «Экстрасенсах». И что? И как вам? Хуета это? Коли сильно любишь шалений разум, людина залишається на серці. Таких сильных, как Рима, мужики не вывозят. А мне не надо вывозить, блядь. Со мной надо рядом быть, и все. Что значит вывозить? Вывозят говно, блядь, с туалета. А я большой девочке надаю за маленькую, берегись. Оля, ты там собиралась отдыхать, зайка. Давай, ты с дороги, блин, ты уставшая. О, у меня собака уже на улицу собирается. Доня, скоро пойдем. Моя девочка, иди ко мне, Доня. Ковыша. Алматы, привет. Это у вас диван сзади черный? Нет, это мое постельное белье. Черное. Пиздела на черный цвет, в итоге, бля, черная постель. Ковына! Ковыша! Доня, иди сюда! Тебе надо куда-то съездить на море, отдохнуть, сменить обстановку, локации сразу. Да, я собиралась поехать недавно на море, но у меня опять все обломалось. Меня будто бы что-то не пускает, блядь, туда. Не могу отдыхать, я тебя слушаю, даже покушала. О, Масюндра! Я рада, что ты слушаешь меня хотя бы так. Ты сильная женщина, жди-жди. Покажите Дони. Не Дони. Ее Карина зовут, а я ее называю Доня. Доня — это доча. Доня — это на украинском, типа Доня. Я мечтаю о черном постельном белье. Где покупала? В магазине. Где покупала? Девочки, ну что за вопросы? Ну блин. Ты лучшая, спасибо. Были на море, Лёха так и не появился. Кто Таня Гнатьев? Какой Лёха? Какой Лёха? Девочки, я вас, может, не узнала, кто вы? Германия, привет. Рима с Россией, Египет открыли. Не знаешь, не знаю. Мне так понравилось, когда ты на ВВБ сказала, что участники зажрались полностью. Я там сначала сказала матом трехэтажным. Я вышла и сказала, начала кричать матом. Я говорю, вы, сука, охуели тут все. Но когда Доня на меня наехала, я говорю, Рима, пожалуйста, без мата. А я, блядь, вышла уже накрученная, злая, блядь, потому что слушала, как этот, блядь, некоторые участники ведут себя, блядь, охуевше. И, короче, пришлось без мата, блядь, повторить все. Брянск, привет. Пожалуйста, передай привет Твери. Ты красивая. Спасибо. Круто, ждали в номер. Все, грозился прийти. Которого ждали в номер. Все, грозился прийти. Я не помню, о чем вы. На беле битве экстрасенс. Реально экстрасенс. Постельные сердечки красные лучше. Там губки у меня. Не сердечки, а губки. Поцелуйчики. Привет из КБР. КБР — это что за республика? Я такую не знаю. КБР.
Я новости не смотрю, я не хочу смотреть новости, там куча проблем. Не хочу смотреть проблемы. Я больше алкоголь не пью. Римася, доброго воскресного вечера. Да, девочки, вам всем тоже добрый вечер. Сегодня день матери, всех мамочек с праздником, всем им крепкого здоровья и побольше радости в жизни. Кабардино-Балкария, ага, все поняла. Казань, вам тоже привет. Ты позита? Кто? Кто? Что за позита? Веришь в астрологию? Я только что говорила по поводу астрологии, блядь. Зайдите на YouTube, посмотрите у каждого таролога, блядь, астролога, что они гадают, блядь, и подумайте, есть эта наука или нет, блядь. Так как у каждой, блядь, своя информация. Та же херня, новости посмотришь, херня ваша Римуля. С праздником, как без конечка, сколько у вас сейчас времени? Без 28. Ты позитив, ага, поняла. Танцы с зеркалами нет, не смотрю. Почему не пью? Скоро на свет появится моя Аврора. Я мама 18 и сын 26. Дочь и девочки, это счастье, люблю всех. Утешите меня... Что? Утешите меня, с парнем поругалась. Смотрю и смеюсь, полный позитив. О, Римуля, привет. Так, Римочка, ты огонь, желаю тебе счастья, море позитива. Спасибо большое. Как на личном? Нет личного, блядь, и нету личного. Тебе кого? Так, это... Смогла бы ради любимого отказаться навсегда от Инстаграма? Да. В Ютубе колено Таро, смотрите, правильно гадает, кто смотрит. Все это хуета. Астрологов очень мало, достойных, нормальных, настоящих. Так соскучилась по эфирам с сестрой. Так, Римуля, привет, моя хорошая. Мамулю, с праздником счастья. Спасибо вам большое. Вам тоже всех с праздничком. И поцелуйте ваших мамочек. Позвоните им, скажите, что вы их любите. И порадуйте обязательно. Интересно, со следующей передачи ты будешь, походу, будет даже... Глаза очень красивые. Спасибо большое. Друзья, я на некоторые вопросы не отвечаю, специально не отвечаю, потому что я не хочу на них отвечать, так что извините, если что. Твое мнение, бывает ли женская дружба? Бывает, но очень мало. Почему избегаешь вопросы? Потому что не хочу на эти вопросы отвечать. Я немного вижу и знаю, у тебя хорошая судьба, и все у тебя будет хорошо. Мои вы зайчики, спасибо вам большое. Я считаю, что моя судьба не очень плохая. Просто есть некоторые вопросы, которые для меня очень важны, но они меня расстраивают. А так, по сути, тьфу-тьфу-тьфу, спасибо Вселенной за то, что у меня есть. Лет 7 назад маршрутки в Киеве дала мне автограф. До сих пор его храню. Моя зайка! Привет тебе! Маршрутки! На доме 2 планируете? Так, Рима, ты не в курсе, где Венс? Не знаю. Красавица наша, добрая вечер. Римуля, если не пьешь, хоть поешь что-нибудь, поешь что-нибудь. Я уже поела. На какую тебе не хочется отвечать, чтобы не трогали твое время? А тут говори, не говори до одного места. Они все равно эти вопросы поступают. И у тебя было такое, что с мужчиной ты была мягкая и послушная? Конечно, я с каждым своим мужчиной мягкая и послушная, тот, которого я люблю. И мне это нравится. Вот я с бывшим, как у меня было, я с ним стала домашней. И мне это нравилось. Порой такую хуйню пишу, что поражаюсь, а что за люди. Да-да-да, это да.
Так, снега у нас пока нет, но у нас заморозки. Ненавижу снег. Какая же ты красивая. Спасибо. Чем хуже на душе, тем лучше на лице, да? Вы, наверное, очень завидуете. Да, я очень завидую. Очень завидую. Всем завидую. Боже, сколько долбоебов. Даже не верится, что Рима домашняя и покорная. Представьте себе, я бываю такая. И мне иногда это нравится. Ведущая, она у нас очень справедливая, мудрая девочка. Нет, вот именно что. Из-за того, что я справедливая и слишком эмоциональная, я не смогу быть такой ведущей классной. Ну, именно для проекта этого. Типажная такая, красивая, шикарная. Спасибо большое. Дорогая Рима, с днем мамы. Всегда помни о дорогом человеке. Пусть всегда она будет с тобой рядом. Спасибо вам большое. Мамочка рядом со мной в соседней комнате. Тебе нравится готовить? Какое блюдо? Нет, я уже не люблю готовить и не думаю об этом даже. Кто тебя простимулировал не пить больше? Я тоже так хочу. Сама себя простимулировала и поставила себе эксперимент. Так. Потрясающе красивая грудь. А где вы видите грудь? Где вы, блядь, видите грудь? Турция или Египет? Турция. Египет мне доставляет одни неприятные эмоции. Три раза там была и постоянно все со слезами. С аллергией, со слезами, блядь, с хуетой всякой, блядь. Не подходите ко мне близко, я тигренок, а не киска. Это про тебя? Тигр, а не тигренок. У меня даже песня там такая есть, которая спела вместе с этой песней. Сколько раз в день гуляете с собакой? Чем кормите? Что за порода? Спасибо. Три раза в день мы гуляем. Кушает у нас много чего. Но в последнее время, так как она уже старенькая, ей уже сколько, 14 лет, мы варим бульончик куриный, курочку отварную и кашку. Это все разбавляем с бульончиком, я становлюсь над ней раком, она лежит на кровати, и я ей в руки себе беру эту кашу, и ей под мордочку даю, и она кушает только с моих рук. Порода жесткошерстная такса. Косметолог запрещает пить. Моя девочка, ты мне должна сказать, чтобы я бухнула, чтобы мне легче стало. Ну, видишь, не пью пока. Карина, еще 10 минут и пойдем. 8 часов ходим. Открывай дверь, иди ко мне. Иди сюда. Доня. Карыша, иди сюда. Что ты своим глазом одним смотришь? Иди сюда. Про грудь в целом имели в виду на фото в твоем аккаунте грудь. Так, какого размера грудь? Были отношения с нерусскими? Конечно, были, блядь, нерусскими. Про случай неприятный в Египте не расскажешь? Нет. Мужикам лишь бы грудь. Одни вопросы. Ни хрена. Обряд кормления Карины. Да. Вот такой у нас кормлен. А вечером она приходит, у нее кровяночка или вкусная колбасочка лежит, это у нее закусочка. Людочек, привет, моя хорошая. Я тебе попозже отвечу. Почему Египет не любишь? Что там произошло? Я не то, что Египет. Это вы мне сказали, если выбирать Египет или Турция. Я выберу Турцию. Почему? Потому что три раза я была в Египте, и все три раза у меня были проблемными. Ну почему сразу? Ну блин, ну что вы перекручиваете все? Ну блин. Такой смех милый у тебя. Смех? А я что, смеялась? Екатеринбург, привет. У тебя необычная красивая грудь, к лицу подходит и считается. Блядь, может хватит, Заза? У вас больше не о чем пообщаться? У вас только одно в голове. Цицки? Все? Вот когда начнете к женщинам относиться как к женщинам, а не как к сиськам, вот, возможно, все и поменяется как-то, хоть немножко. Карина!
Ты самая нормальная. Она как член семьи. Конечно, член семьи. У нас было 3 девочки, 2 умерли, вот у нас 3 осталось. И даже страшно думать. Ты говоришь, Эфира, что Египет не поедешь, поэтому и спрашиваю. Не, если была возможность поехать в Египет, у меня уже 5 раз, блин, срывалась поездка в Египет. Меня туда опять что-то не пускает. Вот тупо не пускает. Хочу украинскую колбасу и борщ. Не меняйся. Где мой папа? На небе. Я вот мечтаю, чтобы было больше мужчин, которые смотрят не только на внешность. Во-во. Ты в Тай поедешь? Так, я к женщине отлично отношусь, я романтик еще. Заметно. А в голове одни сиськи, да? Зайка, привет. Какая самая заветная мечта? Много денег и любовь. Настоящий мужчина любимый. Может, не стоит опять рисковать с Египтом? Так я же вроде бы, я же говорю, у меня уже 5 раз срывалась реальная поездка. Вот $290, 12 дней, all inclusive, 4 звезды, фортуна, короче, вот завтра выезжай, блядь, и живи себе. Тупо не получилось, блядь. Вот были причины. Скучаю за украинским салом, вкус родины. Собачка старенькая, ее хочется еще чаще в туалет ходить, да. Нормально, все под контролем. Блять, люблю тебя, лапулька. Привет. Я ведь грузин. Как мне грудь и женщину не оценивать? Кровь кипит. А, вот оно что. Вы грузин, горячий мужчина, у которого в голове только женщина и сиськи. Я представляю, как бы вы нарисовали женщину в вашем понимании. Сиська и слово женщина, да? У мужчин только в голове грудь. Господи, может хватит. Ага. Где продукты вкуснее, в России или Украине? Друзья мои, ну что за вопрос? Ну, блин. Карина! Додо! Иди сюда. Ну, иди сюда, Доня. 5 минут и идем. Серебро или золото? Ну, я ношу серебро, так как у меня золота нет. Все, что было золото, все в ломбарде пропало. Были времена. Так, друзья мои, я, наверное, буду заканчивать, потому что моя собачка хочет пиписюнькать. Спасибо большое, что были со мной. К сожалению, сегодня много было левых людей, которые писали гадости. Я большую часть вроде бы заблокировала, а точнее скрыла от них эфира, потому что нет возможности больше блокировать, не знаю почему. Вот, надеюсь, больше они не будут здесь появляться. Подписаны все на Зазу. Все, мои хорошие, полка-полка. Всем хорошего вечера, еще раз всех с днем мамулечек. Поцелуйте, обнимите и радуйте своих родителей. Римочка, ты сильно утрируешь меня и думаешь, наверное, что я груди всегда... Заза, я вообще о вас не думаю, поверьте мне. Мне есть о чем думать. О вас я точно не думаю. Всего доброго. Все, всем пока.